Привет, ребят, девчат, надеюсь, у вас все ништяк. AK Crazy Russian, город Цинциннати, крутейшего штата Огайо. 31-го я делаю два блюда. ГЧ, это из моей семьи, грибы, чеснок. Сейчас я про это детально расскажу. И салат оливье. Есть видео, почти каждый год я снимаю. Все то же самое, но иногда небольшие дополнения. Если есть сухие грибы, то можно сделать где-то 20% сухих грибов, и остальное все, ну, какие-то. Здесь портобелло вот такие, и бейби-белло. Есть еще они там светленькие какие-то, вот такие. Вот. Значит, замачиваю сейчас, чтобы вся грязь отошла. Потом варю 10 минут вот с этими чуть-чуть тоже, чтобы все лишнее ушло. Промываю и еще где-то на час-полтора-два, смотря как вот эти вот сухие разварятся. Если у вас есть сухие с хорошим таким запахом, их, конечно, использовать очень хорошо. Потом все перетирается в... как это называется по-английски-то? Meat grinder, а по-русски это мясорубка. Ну, будет гриборубка. И с добавлением майонеза, соли и вот чеснока. Я думаю, чеснока хватит. Все потом намазываете на, желательно, белый хлеб. Это самый цимус как раз. И это можно есть, пока вы просто не отвалитесь. Гарантирую. Есть так же, как салат оливье. Ну что, вперед. Поварились грибы где-то часа два. Можно чуть больше. Просто нужно смотреть, насколько они были сухие до этого. Как моя мама говорила, хоть что-то на зуб там попало, пожевать. Так, потом я их остудил и отжимал перед тем, как положить вот в этот комбайн мясорубку. Такая масса получилась. Теперь буду заправлять майонезик и соль. И будет просто супер. Соль, майонез, все перемешал. На следующий день будет еще круче. Ну, хотя бы несколько часов в холодильнике. А это на пробу. Но не больше. С наступающим!